Да, захватил. Так, сейчас вырву, подожди. Нет, 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 захватил так, что я боюсь, я попрощаюсь со своим управителем. Выключили свет. Ай! Зачем? Сейчас все такие, так, тебе и надо. Не надо коту в морду лезть. Это намек, чтобы ты не портила свои волосы, управители. Да. Вот сюда. Опа. Ты узори. Забыл, что охотился. О, как погнал. Это он что творит? Злость это сколько, прыткости-то. Кисенька. Достали меня, да? Уберите эту хренотень подальше. Все, не буду больше. Давай, Наталья, вещай, куда мы пойдем сейчас. Во-первых, мы пойдем. Во-первых, всем здравствуйте. Доброе утро, так сказать. Только что помучили кота. Мы надевали ему, Ксюша надевала ему шкурку, по-моему, лайфхаку. Сейчас мы пойдем снимать, сливать бабки в буш. Угу. И сливать бабки на шоколадку. И еще на что. Где у вас, кстати, есть косметика Benefit? Есть где-нибудь она у вас? В Литуале или где-нибудь? Не в курсе? В Литуале, по-моему, есть, да. Это когда же в центре Литуале. В любом ритуале. Да? Я думаю, короче, да. Вот я хочу Benefit косметику посмотреть. И сколько я смогу вывести, столько я вывезу. Буквально я начинаю смотреть. Короче, шопинг. St. Petersburg shopping life for Natalie. Это тоже вещено чутка. Расскажи. Ну, а если по правде, то вообще-то мы идем сейчас в магазин «Спасибо», да? Ну вы не говорите, два бомжа там пошли. Потом мы идем, короче, там рядом фикс прайс, всякой такой, знаете, такой прикольный какой-то странный косметик и все дела. Косметик, да, денег у меня 20 рублей. Да, кстати, ща. Покажи, покажи. Так, вот, знаете, тени, да, за несколько, еще десяточков рублей для мейкап туториала. Вот, так что, знаете, для туториалов можно дешевку печать. Да, тем более там с блесками классные. Да, там они прям гелевые такие, короче. А потом мы идем в магазин «Подружка», в этот, там есть целый стенд Тони Моли, вообще дофига всякой корейской косметики. А у вас «Подружка» есть в Питере? Мне кажется, это московский. Нет, у нас появился. Вот как раз-таки нам просто три магазина. Вот «Спасибо», вот «Фикс Прайс», и следующий дом – это «Подружка». Так что нам прям все в одну линию, вот. Будем поэтому сейчас тусоваться где-то в районе Чкаловской, вот так вот. И я сразу иду со своей сумки в походной, с которой я приехала. Вот, так что я такая подкачаю бицуху, цепсуху, потому что возвращаться обратно там, ну, беготня лишняя. Лучше я маленечко понадрываюсь, нормально. А еще потаскать. Да, может, такая тяжелая, чтобы там охренеть. Тем более, учитывая, что мы тут присядем. Да. Ну, и в 6 часов, да, я поеду обратно. Я сегодня на нижней полочке сплю. Это очень хорошо, вам скажу. Как белый человек на нижней полочке. Все будет удобно. Вот, смотри, кто увидит задний план, что скажет. Вот, вот это? Смотри. Что ты творишь? Алкоголизм, рада. Алкоголизм. А что ты ее реально хранишь? Так это вот для свечек, это у меня подсвечники. Я здесь все обустрою. Слушай, классно. Ты специально так сделала, чтобы натекало столько? Просто свечку поставила, натекла. А у меня так не течет. Купи в Фикспрессе свечку дешевую, она у тебя прям польется. Мать моя это женщина. Я в детстве делала свинку. Вы видели, что это как у Наташи, жизни? Это бабка, ой, это у Марины бабка травница. Сейчас. Ну давай фокусируй. Наталья отрыла у меня, короче. Слушай, мне кажется, что этой копилке можно сниматься в фильмах ужасов. Быть аксессуаром. Слушай, здесь прям какая-то пентуха. Ну, да, есть немножко. Свиночка, тяжело тебе на Руси жить. Извинись перед ней, прости, а то придет в кошмарах. Прости, малыш. Не помню, забудь мои слова, сказанные в твой адрес. Ты хорошая, хорошая, симпатичная, наливная. Каждый такую хочет. Вон пузо лежит. Это, знаешь, мужчина разлегся и ждет тебя прям на кроватке. Да. Подстегивает своим взглядом. Ой, тебе, ой, ой. Больно закусывает? Да? Нормально. А-а-а! Ну, давай, вперёд, на зуб. Всё, точно скажу, жодёрка. А ты ещё Гринпис на меня вызовут? Всё, киса, мы заканчиваем твоё мучение. Лежи, отдыхай.
Это тусич питерских котиков, короче. Он там еще, смотри, в траве один. Да? А вот еще. Да. Он тут лишайный, видишь, по-моему. Саня, смотри, у него как брови стоят вообще. Да. Знаешь, как у дедов старых. Да. Вот еще кисаночка. Я люблю снимать кисаночек. Ой, смотри. Вон еще три кисаночки. Ой, вот это и раскрас такой, смотри, серый. Белая вообще морда такая. Ну-ка. Кис, иди сюда, покажи нам. Вот с такой расцветкой в Инстаграме бы она пропиарилась не слабо. В Инстаграме, потому что очень быстро продвигаются кошаки, у которых есть что-то необычное во внешности. Вроде была дворовая кошка, а тут хоп, суперзвезда. Да, тут хоп и Инстаграм-звезда. Ксюша, боец. Ой, смотри, пружинка. Мы зашли в магазин, который называется «Спасибо, здесь секонд-хенд». И всякие вещички, кстати. Вон значки деревянные, классные. Я сейчас что-нибудь возьму, мне кажется. Будешь смотреть? М? Одежду будешь завить? Лошадки. Что нарисовано? Не пойму никак. Лошадки. Слушай, прикольная. Да. Все, он стоит 500 рублей. 500 рублей всего. Если что, такой же еще есть, кстати, на в районе станции метро Синая, на набережной этой Фонтанки. Угу. Поклону каждая. Будь у Сабры, неси добро. У Сабры? У Сабру. О, а это кто, енотик просто? Кротик. Кротик, точно, да. Что я говорю, енотик, с тем же крыш поехал. Сейчас тебе такие. Да что ж такое-то, да? Хочешь взять какие-нибудь открыточки-то? Да, вот если ту цитатку хочу взять с этой. В рамку все-таки. У меня же 4 киевских рамки, все пустые. Мне вот на стенку повесить, когда уже буду прям все. Да прокачивать. Вот в стиле Сальвадора Дали, хочу сказать. А нет ничего больше такого. Прикольно выглядит тут все. В общем, короче, мы зашли в подружку с Ксюшей. А, ну, сначала мы зашли в секонд-хенд. Спасибо. Да, спасибо. Потом мы зашли в магазин, называется «Матрёшка». Так? Матрёша. Матрёша. Да, это типа аналог нашего фикс-прайс. Ну, у вас же тоже фикс-прайс есть. Нет, обычный, да? Ну, его мало в том-то дело, по Питеру, я его редко вижу. Аналог фикс-прайс. Там так воняло китайским барахлом. Но взять есть что. Ну, конечно, лучше прямо так вот волосики к носику и пошли. И зашли в подружку, оформила карточку, короче, затарилась, поэтому, наверное, будет whole video from St. Petersburg, как я прикупила всякой фигни. Кто хочет whole video от Наташи, ставьте под этим видео лайк. Большой палец. Большой палец, да, сори. Да, большой палец. Можете лайк. Вот Ксюша любит видео про косметику. Где фавориты или больше новые? Просто фавориты и просто косметику, а тут смотреть, как бы, что там. Скажем так, ты тестишь и выбираешь. Я купила маску для глаз с принтом. Там пандочки, головы пандочек, много-много-много. И она якобы какая-то успокаивающая, начиная на глаза ее надо напяливать. Вы представляете? Пандочек одела. Вот только из-за пандочек купила, короче. Логика у женщин шикарная. А сейчас мы куда пойдем? К метро? Поедем, да. Да, мы сейчас пойдем к метро и поедем на Невский, наверное. И я хотела в Буше. Я уже, кстати, с Уминой его. Кстати, пока загуглю Буше где. Я тут качаю себе бицепс, трипцепс. Так что я сегодня буду крепко спать в поезде, я думаю. Все, мы приближаемся к метро, в комнату. Чкаловская. Да. И сейчас поедем в обед-буфет. Да. А ты там не была ни разу? Была, там очень. Так я тебе что-то даю. Так я в Инстаграм там и смогу. Я потому что я придирчива очень, да. Как мне в Инстаграм нужны чисто светлые фотографии. Пойдем. Фотки не снимать. И, по-моему, в Москве тоже есть. Тоже есть такая. Прикольная стена, короче, там. Видимо, посуду, которая гжелевой росписью вся расписана. Тавтология классная. Ее побили, и все это просто к стене вот так вот прилепили. Специально ее били, чтобы повесить для красоты. Так даже не повесили, прям в стену влепили это на гипс, бетон, бетон, да. Очень круто. Там интерьеры просто, вот, там белая плитка кафельная. Я прям зашла тут,
Ну да, мы сейчас, если туда придем, я вам, может быть, сниму. Не может быть, а точно. А вдруг нам скажут, нельзя снимать? С каких пор? Что это, слушай, что это? Слушай, в кафе. У меня 100 тысяч подписчиков на влоге, где, на влогом где-то выйдет. Ты что, не нужна халявная реклама? Вот, так, пришли. Ой. Ну, в Кинке, в принципе, они ничего не говорят, только в магазинах снимают. Я все время смотрю на экран, и мне кажется, что, знаешь, как будто я смотрю куда-то вот там, а не в камеру. Как ты смотришь? Нет, нет, какой-то, я не могу, я не смотрю объектив, я смотрю чисто в экран, да? Потом получаю кучу сообщений, хватит уже. Я не могу, да. Стоп мне. Все, мы при... где-то здесь, да. В общем, мы пришли с Ксюшей в какой-то вот обед-буфет. Посмотрим, отведаем, что там есть. Что ты говоришь? Я покажу. А, здесь можно положить, да, на хранение? Да. Салаты, да? Да, какой хочешь. Что берешь? Изолёк? Я салат из кабачков. А-а-а. Но выглядит, знаешь, как будто это цезарь. На самом деле. Очень много-много. 100 грамм. Короче, вот, из кабачков. Теперь Ксюша себе что-нибудь будет варить. А я с той стороны, я хочу перца себе, обожаю перец, потому что... Блин, зелёночку под шубу я бы тоже съела. Украла у Натали камеру, она мне разрешила повещать вам немножко. Прикольно. Была бы здесь баржа, я бы уже все бы замяла. Я очень люблю. Не очень удобно, я вам скажу. И оно такое ощущение, как будто с авокадо, но на самом деле нет, вроде без. Вот, короче, еще чуки и еще третий какой-нибудь, может быть, надо, да? Да. А пока Наташа выбирает, что ей кидануть, я вот... Не знаю, я... О, а это что? Какие-то водоросли. Блин, яйцо с мазиком, это прикольно. Это так смотрит? По-моему, аппетитно. Вот так вот. Да. Ух, набрала, мать, набрала. Еще, знаешь, надо тебе профитролинку сверху? Не, нет, спасибо. Давай, накладывай. Я просто обожаю. А это творожный сыр? Да. Кидануть? Ну, можно парочку штучек. Нет, давай три, а то. Два как-то. Как будто я помирать собралась. Сейчас я себе наберу, а то видишь, кто собрался помирать. Я просто люблю, знаешь, набрать много и всего такого. Да. Все взяла? Да. Так красиво смотрится. Да, одно. Прям, чтобы умереть и не встать. Да, да, да. Для вас? Мне ничего, спасибо. Я уже, мне кажется, объемся, если честно. Если сейчас еще попить что-нибудь взять. Там вот все питье. Я потом за ним пойду во второй круг. Фукач это как... Фукач это как тесто для пиццы, но оно... А, все. У нас Папи Джонс такие корочки дают. Пицца выглядит просто обалденно, я вам скажу, конечно. В общем, здесь такие глазастые чуваки. Они на самом деле картофельные. Кстати, я попробовала одну, реально такой вкусный достаточно. Вот, потом овощи на пару еще я взяла, а здесь на мес из 4, мне кажется, даже салатов. 5, скорее. Да, 5. Это морская капуста с овощами, это какие-то тоже морские водоросли, белые вот такие кусочки сыра. Еще здесь, как она называется-то, я же вам называла, чука и салат
с баклажанами или с кабачками. Расскажи, ты что решила? У тебя тут прям рассортировочка интересная. Сейчас, секунду, кетчупа капну. Надо передать Кристине привет. Кристине Малинкиной привет. Мы сидим в обед-буфете. Мы с Ксюшей в обед-буфете, который есть в Москве. Тут вообще реально очень круто. Поэтому приезжай, и надо хавать. И вот такая здесь фокаччо. И, а, пицца отдельного внимания заслуживает. Смотрите. На пицце картошка фри. Да. Это пицца и сверху картошка фри. Там фарш, что-то колбаски какие-то, сыры. Это очень интересно. Вообще здесь ништяково, я бы вам сказала. Знаете, я салат себе поменьше взяла. Смотрите внимательно, вон там сидят куры и петухи. Я думала, это про каких-то людей. За тобой. Внизу в клеточках сидят куры и петухи. Я думала, ты кого-то решила. Надо их освобождать. Да ты чё? Чё, совсем борзая, что ли? Короче, ребята, такая ситуация. Я взяла фокаччо, потому что я думала, что вот эта вот мать возьмет себе немножко салатика. Вы, я думаю, уже увидели, сколько она себе набрала. Вот. Сколько она не доела. И поэтому фокаччо она забирает с собой во Владимир. Прям поезд возьмет. Да. Да. Ксюша, походу, думала, что я малоежка, а Наталья пришла с голодным волчьим взглядом. И вот так вот. И сначала вот так, а потом вот так. Ложила. И в итоге даже не доела, короче. Да. Но, кстати, женщина, деньги протратила на вечер, все. Я обожрала. Просто. Сейчас мы, короче, пойдем в буше. Дальше жрать. Реально смотрится, как будто... Да. В Петербурге ведь ничего нет. Какой всякий способ, какой Эрмитаж? Буши, жрачка. Ага. Это да. Ну вот, я просто хочу булочек несколько купить домой с собой. Валерии, маме, с папой. Поэтому там коробочку я упакую. Ой, слушай, а нам, кстати, Буши еще ближе есть. Тут от Восстания, вот туда прямо пойти, да. А, вот что? На Жуковского, да, идти нам надо. Сейчас, короче, пойдем, да. Так вот мы, в общем, вышли и идем до Буше. А у меня Буше почему-то воспринимается, ну, точнее, я когда думаю о Буше, то именно тот, который на Адмиралтейском. А, да, на Адмиралтейском. Вот там вот. А у меня просто Буше, это, знаете, пироженка. Нет, мне ассоциируется с конкретной, где находится пекарня. Сейчас пойдем возьмем булочку, а еще вот. Ксюша разглядела тут где-то магазин корейской косметики. Да, просто плакат висел. Холескин. Холескин, да, короче, магазинчик. И я такая, типа, ну а давай. А что ты хочешь зайдем. Там конкретно присмотреть? Я просто хочу посмотреть. Там написано просто Тони Моли, я думаю, там больше, чем в подружке даже. Ну да, я бы не сказала, поэтому... что в подружке особо много-то. Да, поэтому я думаю, можно туда зайти, посмотреть, и что там. Туда пойти затариться. Да. Так, сейчас главное приобрести булу. Уложить в нее так. У тебя еще место есть в желудке. Не-не-не, не желудок, сумку я имею в виду уложить, так, чтобы ничего сильно там не повредилось. Но папа туда довез, они прям все в сохранности были. Вот, и в буквоед еще сходить. И в буквоед. Буквоед, кстати, здесь еще большой. Мы прям вот надо, на песке будем вертеться сейчас с тобой. Да? Да. Сейчас глянем, что к чему. А у Ксюши тоннель в ухе. Ай-яй-яй, плохой пример подаешь. Не тяните, дети, туннель еще, тем более, как я сама себе. Давай еще вот так вот сейчас. Знаете, я сама себе тянула туннель, на меня вообще фу, в салон не ходила, сама все делала себе, это да. Не гигиенично. Нельзя так дома, на самом деле, делать, да, если вы смотрите туннели, идите, там вам разрежут, растянут. И кровь вам там сделают. Я просто, я, кстати, без крови тянула даже. У меня не гноилось ухо ни разу. Ты со скольких заходов просто тянула? Я тянула просто в течение 3 месяцев всего сантиметра. А, ну, я в неделю нормально. На 1 миллиметр просто вставляла побольше растяжку. Ну, тогда нормально, не страшно. Не страшно. Да. Потому что некоторые за один подход бабацы, у них уже дыра. Сантиметрик, да. Да. Не, Тимати не. Какой жирный стал. Мамочка. Все, мы пришли в Буше. Слушай, оно какое большое. Да. Вон, прям длинное. Че, Мона Лиза? Вон, видишь, а. Украсьте Мона Лизу в эту поддержку. Пить кофе и мысленно влюбляться в города, в которых никогда не был. Пошли.
Давай вещай. Что взяла? Я взяла две... круассан какой-то со сливочной начинкой. Две такие кругленькие булочки с фисташкой и с корицей. Кстати, с корицей очень вкусно. Прям вообще. А булочки с корицей всегда вкусно. Ну да, прям. А ты пробовала, кстати? Не, ни разу в Буше не ела. Как не сходи, попробуй. Мне кажется, прям с несладким чайком. Я говорю, я до сих пор пиарю только свою выпечку дома. Да, да. Кто, может быть, пропустил, это я взяла родителям и Валере. Да. Валера, знаешь, на самом деле, что заказывал? Чё? Ну, сначала, точнее, хотела заказать. Нам нравится в Питере суши-бар, называется Токио Сити. Да, у меня на большом есть. Ну, короче, он говорит, может, ты захвати роллов оттуда. Я говорю, Валер, я боюсь... 9 часов таранить роллы или сколько там? Я боюсь, что не очень. Ну, да, всю ночь. Всю ночь. Да. Вечер и ночь. Я говорю, с булками ничего не случится. Разогрелась и ела. Булки, они в Африке, булки хотя бы. Я говорю, роллы я не рискну. Ладно, там еще с каким-то сапсаном, да и то, прям. Они же такие становятся, их надо... Они когда свеж приготовлены, их захавывают. Да. Мягенькие такие. Сейчас Ксюша идет искать свою корейскую косметику, да. Сейчас глянем, да, что там происходит. Куда ты заходишь, Ксения Марочкина? Надо снять, а сейчас мы попали в зону блокнотов для творчества. Здесь есть финиш зейсбук, здесь есть челлендж. Кстати, вот этот вот мне должны были прислать, я его еще вот не видела такой. А вот этот от Alfie Days. Это парень Зоу, я думаю, многие знают. Здесь тоже всякие задания, представляешь? Вот Alfie. Есть какой-нибудь такой блокнотик, напишите. Ксюша заценила блокнот на лабутенах. Вон еще. И вот еще на лабутенах. А они же одинаковые. В списках у меня есть вот жизнь, в списках еще что-то. Я, кажись, увидела, что мне нужно. Вот. Смотри, пришли. Ну, это... Он просто с цветными листочками. Да. Ну, конечно, красивый, ничего не скажешь. А ты хочешь что-нибудь брать? Здесь просто куча Чака Паланика. Ты читала Чака Паланика? Не лучше, с чего ты начала, скажу, наверное. На этом я закончила. Вот и зря. Ну, мне, кстати, Снав даже понравился. Да? Да. Сейчас. В общем, мы опять решили немножко пожрать. Ну, точнее, попить. Взяли... Ой. А что, глюкозка или как там? Ну, что именно глюкоза? Глюкоза – это сахарок? Сахарок, да. Ну, вот. Короче, Starbucks хренакнули. Только мне, я думала, что у меня банан, но это на самом деле кофейный. А у Ксюши вот банан, там прям шматки банана лежат. Раздробили прям так, да, конкретно. Но он слишком, наверное, сладкий. Слишком, да? Такой, да. Но за душу берет? В глоточке застревает и за душу берет. В глоточке застревает? Холодно, если честно. Здесь что-то какая-то веселуха в галерее. Сейчас меня посадят на поезд. Я сразу, наверное, внутри прилягу. Не буду лежа лежать до самого Владимира. Вот. А где главный выход? Вот это он? Вроде нет. А ты меня посадишь? Посажу. Прям. И поезд подкну. Да? Валера, кстати, фотографировал поезд. Я когда уезжала, он сфотографировал уезжающий поезд, такой, и говорит, я ждал, стоял, пока уедешь, смотрел вдаль. Да.
Я еще плачу всегда на вокзал. Почему? Мне грустно провожать людей, я не люблю провожать. Я Алену провожала как-то на 10 дней, стояла, рыдала в аэропорту, махала. Так. То есть ты сейчас будешь грустить, да? Да, я буду плакать. Поэтому тоже намазывают, знаешь, что все это было фигично. А мы где-то не там идем-то. Или там? Почему? Правильно все, да? Спасите мир воображения. Это же так круто! Да, там что, вроде про... даже это под шерстяной поверхностью спасите мир воображения. Применяйте уникальные способности Сегвоя, его новых друзей Тога, Оцка и Свупа, это... чтобы исследовать каждый уголок мира воображения. Это же, да? Да! Там, по-моему, еще даже это злой герой какой-то присутствует, который сначала все портит, а потом все норм. Я хочу. Все, короче, игроки такие. Я одна хочу. Иду, я ничего не понимаю. Мортальничек, несколько каналов, и все, и мне нормально.